Светлана Попова. Ирина, здравствуйте. Скажите, стоит ли делать свадьбу в каком-либо, в какой-либо гамме или это уже устарело? Вы знаете, я не думаю, что стоит прям вот куда-то упираться в какую-то определенную гамму, если, ну, если только у вас нет прям вот предпочтения. Вот люблю, например, красный, хочу, чтобы все было красное, или там люблю зеленый. А так, честно говоря, это немножко устарело. Если, в общем, если коротенько, это устарело немножко. Вы знаете, смешно, нам тут один наш знакомый нас попросил смонтировать ему клип с его свадьбы, которая была у него 20 лет назад, в 1999 году, и он решил своей жене сделать на годовщину свадьбы, ну, только подарочек, клип, так как раньше клипов не было, были только фильмы там двухчасовые, большие, огромные, он попросил нас смонтировать клип. И вот мы монтировали, и понимаем, что насколько же прогресс шагнул вперед, насколько все меняется, и вот к чему я рассказала эту историю, потому что, понимаете, если сейчас привязываться к какому-то определенному цвету, делать в каком-то определенной цветовой гамме, то спустя время, скорее всего, у вас будет такая мысль о том, что ну зачем, ну да, это было там модно там, в 2019, но в 2029 это вообще не модно, а в 2039 это и подавно не модно. Хотите выиграть кольцо стоимостью 100 тысяч рублей? Очень крутые, причем абсолютно разные. Одну из пар можете выиграть вы. Самые популярные кольца в 2019 и 2020 году, чтобы вот человек-победитель смог выбрать именно вот одну пару, которая ему с большей вероятностью понравится. Ссылочка в описании. Все, что нужно делать в описании будет. Ни пуха, ни пера. Скорее отвечайте к черту и... И удачи. Вы знаете, ну так, двояко. Если нет прям какого-то любимого цвета, то не привязывайтесь к цветам. Лучше разработайте какую-то интересную концепцию, лучше идею. Вот лучше внедрите какую-то идею, чем просто какой-то цвет в свадьбе. Потому что, кстати, к вопросу о цвете, мне частенько приходят вопросы от невест, мол, у нас зал зеленый, зал там фиолетовый, а мы хотим делать свадьбу там красно-оранжевую там какую-нибудь или еще какую-то. Ну почему? Вы же нашли зеленый зал или нашли фиолетовый зал. Почему вы в этот фиолетовый зал вы хотите сделать красно-оранжевую свадьбу? Ну логика в чем, непонятно. Если вы понимали изначально, что вы хотите красно-оранжевую свадьбу, ну может быть стоило зал искать подобающий, да? А так вы нашли зеленый зал, пытаетесь его переделать. Опять же к вопросу о переделке. Зачем? Непонятно. Ирина.